Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на воздухоочистителе Dyson Pure Cool TP04 можно изменить направление ветра. И делать мы это будем через приложение. Точнее, не направление ветра, а направление воздуха. Заходим в приложение Dyson Link, которое мы с вами скачали. После чего нажимаем на значок пульта в правом нижнем углу. Далее нажимаем на направление. И теперь направление, как видите, будет идти из наших боковых отверстий. Нажимаем еще раз. И он снова дует на нас с помощью отверстий, которые идут прямо над данным значком. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!